Всем привет! Меня зовут Иван Аржанцев, и я руководитель проекта «Малый шаг». Наш проект – это лекция для старшеклассников по математике, информатике и лингвистике. На лекциях вы сможете узнать, какие задачи стоят перед современной наукой, как она их решает, а также из первых рук получить информацию о том, как научные результаты превращаются в технологии и продукты. Весной мы провели 9 лекций, и сегодня решили собрать наиболее активных участников проекта, чтобы спросить у них, как это было. Я увидел записи у своих знакомых в соцсети о том, что в Яндексе открывается «Малый шаг». Мне стало интересно, я почитал описание о том, что это, и решил записаться. Мне показалось, что это классная возможность расширить свои знания в информатике, математике и других областях. На «Малый шаг» я пошел, чтобы узнать что-то новое, интересное. Я пошел на «Малый шаг», потому что мне было интересно узнать, чем живет такая большая компания, как Яндекс, и в чем заключаются ее образовательные программы. На «Малом шаге» больше всего запомнилась лекция о компьютерном зрении. Это было очень захватывающе и интересно. Лекция Сергея Ланда, экспонента. Каждая лекция для меня была запоминающейся. Особенно радовало то, что в конце проходила такая своеобразная дискуссия. Ты мог задать вопрос, если чего-то не понял. И даже если вопросы закончились, а расходиться не хочется, всегда можно попить чай за душевным разговором. Понравились учителя и подарки. Благодаря шагу я точно определилась в будущей профессии. Теперь знаю, что хочу заниматься информационными технологиями. После малого шага я сильнее убедился в своих желаниях. Это программировать и создавать новые продукты. Я понял, что малый шаг — это круто, и планирую поступить в школу анализа данных для студентов. Малый шаг повлиял на мои дальнейшие планы в будущем положительно и бесповоротно. Думаю, что шаг будет полезен всем, как будущим айтишникам и настоящим фанатикам науки, так и обычным старшеклассникам для общего развития. На «Малыша» стоит пойти тем людям, которые интересуются математикой, информатикой и лингвистикой. Я бы хотел сказать, что они не ошиблись в своем выборе. Здесь интересно, сюда стоит пойти. Вообще здесь круто. «Малый шаг» будет интересен любым. Худым, толстым, высоким, низким. Всем. Если вы хотите сюда поступать, то поступайте. Здесь действительно интересно. Вы однозначно делаете правильный выбор. Яндекс распахнет для вас двери в мир удивительной науки. Все, кто в теме IT-индустрии, интернет-технологий, поступайте в «Малый шаг». Я бы сказал, приходите, вам понравится. Следующий «Малый шаг» будет больше ориентирован на практику. Специалисты Яндекса и преподаватели лучших вузов расскажут, как математика, информатика и лингвистика работают в бизнесе и в жизни. А еще мы будем давать домашние задания, и лучшие ученики по итогам года получат памятные сертификаты и ценные подарки. А еще у нас добрая неформальная атмосфера и чай с плюшками в перерывах. В общем, регистрируйтесь и приходите.